Дочь миллионера. Звучит солидно. Бэби Мэлло и молодой Калуга. Вы сразу представляете, да, что происходит с дочерью миллионера, с дочерью миллионера. Видя таких артистов. Сейшен. Никита Щукин, 2001 года рождения, в рэп-индустрии 2018 года. Мрачничок у нас на обложечке, но, в общем-то, как оно и должно быть. Давайте послушаем. На блоге Воскресенский. Нет, я думаю. Слушаем внимательно. 2.51. Нужно дочь миллионера. Нужно дочь миллионера. Время дочь миллионера. Смотрим. Ожидания такие, да? Ну, мрачничок нам нагоняют сразу же. Время обнять дочь миллионера. Я люблю, когда деньги капают с неба. Делаю во сне их, это ночь миллионера. Если со мной, сука, это дочь миллионера. Поклоняюсь тоже, сука, это моя вера. Я люблю, когда деньги капают с неба. Делаю во сне их, это ночь миллионера. Если со мной, сука, это дочь миллионера. Поклоняюсь кэшу, сука, это моя вера. Бумажка тебя не предаст. Циферка на трассе тебя тоже не предаст. Но зато любая сука за эту циферку даст. Но зато прошлые бичи будут просить отжать. 9 миллиметров, синий лазерный прицел. Говорю спасибо Богу за то, что ушел и сделал. Говорит спасибо Боге, что жестко отымел. Пью сироп. Пью сироп, но не болел. Я люблю, когда деньги капают с неба. Делаю во сне их, это ночь миллионера. Если со мной, сука, это дочь миллионера. Поклоняюсь тоже, сука, это моя вера. Я люблю, когда деньги капают с неба. Делаю во сне их, это ночь миллионера. Вот удивительно, мне почему-то тоже фараон, да, вот представился. Поклоняюсь кэшу, сука, это моя вера. Я глухаю трестик на моей тарелке стерлит. Мы, сука, не вместе, потому что она стерва. Со мной мои псы, они верны. Еще моя джина трафики, они миллионеры. И мы делали бумажки для всего этого рэпа. У умов отлетит репа, если тронут мои деньги. На ее ебали дети, и мы сделали это прям в Мерсе. Нам не Аргентина, еще как Месси. Мои уцы убийцы на тесте. Снимака, но у меня есть темки. Наполненный бэкпэк зарядил в рэнджи. Поднимаем Бенджи. Я поднялся и теперь не слезу. Он сторчался и теперь не слезет. Флагман и индус, алая точка на его лице. Не стал трапить твою дочку, у нее уже прицеп. Нагло у меня прицел, раньше посещал лицей. Мне это не пригодилось, я воркал на улице. Они курят, сиди еще. По тексту плотнее, конечно, да, сложнее у Калуги. Я могу достать хуйню. 9 миллиметров, там резиновые пули. Слышал, тебя били, пидор, резиновым хуем. Я люблю, когда деньги капают с неба. Во сне их, это ночь миллионера. Если со мной, сука, это дочь миллионера. Поклоняюсь, скажу, сука, это моя вера. Я люблю, когда деньги капают с неба. Делаю во сне их, это ночь миллионера. Если со мной, сука, это дочь миллионера. Поклоняюсь, скажу, сука, это моя вера. Пусть мрачный, да, битос вообще нереально. Мрачнейший трючок. Мрачнейший трючок. В принципе, не особо тут Бэби Мэлло не скримил, да, без какой-то экспрессии. Прям супер яркий. Постарался так спокойненько, на злом, да. Люблю, когда деньги капают с неба, делаю с них ночь миллионера. При этом для Бэби Мэлло как будто это такая прям мягкий припев, да. Такой мягкий попсовый припев. Ну, в рамках его творчества, естественно. Потому что обычно это прям жесткая экспрессия с очень такой яркой, агрессивной подачей. Сейчас это на таком на спокойном вайбе, в принципе, биту соответствует. Если бы он супер прям скримил, да, тут прям рейджил, прям сумасшедшим, мне кажется, было бы не очень. Сейчас вполне себе неплохо. Трапит его дочка. Хороший текст. Репрезент дис. Ну, идентика, да, ебанутый у молодого Калуги, конечно. Я духа отрежь на моей тарелке стерлить. Мы, сука, не вместе. Вместе, вместе. Моя тарелка стерлить, она стерва. Со мной мои псы, они верные. Мои псы, мои джина, трафики, они миллионеры. Бумажки до всего этого рэпа. Отлетит репа. Тронут мои деньги, болит дети, сделали это. Это многовато. Единственное, что этого, это. Это на мне деньги еще... Так, мои улицы, мои... Не макан, у меня есть темки. Это из интервью, да, опять же.
Да, из интервью Макана. Позарил в рейндж, поднимаем бенджи. Рейндж, поднялся, теперь не слезу. Сторчался, теперь не слезет. Ничего. Поднялся, теперь не слезу. Он сторчался, теперь не слезет. Да, и пиферы такие у нас с одинаковыми, как Будды, да, с концовочками, с разными значениями слов, одни и те же слова. Факбой не индус, она точка на его лице, пиздец. Угу. Ну, типа прицел, да, короче. Угу. Стал трепать эту дочку, у нее уже прицеп. Он говорит, прицел. Бам. Посещал лицей. Мне это пригодилось, я воркал на улице, а не куда сидишь, какую-то хуйню. Если опыта будет больше, я могу достать хуйню. То же самое, да, аналогичная ситуация здесь. Угу, 10 мм там резиновые пули, слушайте, оббили. Дам чего-то еще, да, в конце, да. Угу. Мягкий трек. Мягкий трек, мрачный. Как будто в рамках жанра работающий. Как вам чат? Если со мной, сука, это дочь миллионера. Поклоняюсь, тоже, сука. Да, вот он прям на спокойно, да. Это моя вера. Я люблю, когда деньги капают с неба. Делаю во сне их, это ночь миллионера. Если со мной, сука, это дочь миллионера. Поклоняюсь, кэшу, сука, это моя вера. Бумажка тебя не предаст. Циферка на трассе тебя тоже не предаст. Но зато любая сука за эту циферку даст. Но зато прошлые бичи будут просить арт. 9 миллиметров, синий лазерный прицел. Говорю спасибо Богу за то, что ушел и сделал. Говори спасибо Гоге, что жестко отымел. Пьюсироп, но не болел. Я люблю, как лел, я болел. Но не болел. Пьюсироп, но не болел. Я люблю. Очень стреляет, видос слабоватый. Или запись. Да деньги капают с неба. Трафики Месси. Мои уцы убийцы на тесте. Снимака, но у меня есть темки. Да. Сибилянты не стреляют. Глуховато звучит Калуга, но не стреляют сибилянты у него, да. Неплохой трек. Неплохой трек. Угу. Ну, здесь, да, тут текст, конечно, должен быть прям на высоте. Потому что минималистичный биток. И у нас в чистом виде харизма артистов, которые нам говорят смысл определенный. Угу. Мэл сделал попроще, Калуга сделал поинтереснее. 8 по итогу. Структура, ритмика. Интруха пустая, долго играет. Проигрыш у нас. Куплет, припев, припев, куплет. Дем с неба без разнообразия. Припев. 7 баллов. Да. Реализация стиля по свидосу, ну такое. Артисты сами прошлись по биту неплохо. 7 баллов, не больше. По звуку точно сильно уступает тому качеству, которое им обоим доступно. Индивидуальность и харизма весьма. То есть артисты, короче, которые могут индивидуальность на 10 показывать оба. Неплохо, просто неплохо. 8. 4 балла. Трендовость и актуальность 4 балла. 60 баллов. Облога. Но облога дико подходит. Облога дико подходит, например. Что думаете, облогу возьмем? Плюс, если возьмем в номинацию, минус, если не возьмем. Облога мрачная, дико подходит, флекс с деньгами, да, вся вот эта тема. Плюс или минус? Чат, плюс или минус? Ясно. Понятненько. 59 баллов. Что думает по этому поводу? Так. Что думаете вы? 65 баллов. Вы думаете больше? 4-4. Где вы думаете больше? Вот здесь. Да, вы думаете здесь больше, да. Здесь вы думаете 8,5 вообще. Но я не согласен за счет того, что есть у нас проблемы со свидосом. Здесь у нас, да. Но самое большое в любом случае харизма. Да. Самое большое в любом случае харизма. Здесь тех 7-8. Достаточно серьезные оценки. У молодого Калуги пока карточки нет. Недостаточно трека So Session. Baby Mel есть карточка, но он не зарегистрирован. Лайки авторские вы, соответственно, не получите. Никакие авторские комментарии. 8 рецензий. Спасибо. Калуга прохал. Внешне нашел трек со снипета, не ждал. Наждание скамность. Если не считать припев, мол, Калуга вывез куплетом, пока что он тоже выше. Да. Он звучит целостнее, потому что качество именно, я не знаю, может там не было поп-фильтра у Baby Mel или еще что-то. Записан непонятно в каких условиях был.
Зарунил, у меня в последнее время с текстами странное происходит. Шарби, когда он теряет нашел целый припев, худо же сделать с тейком фриста. Спасибо. Хороший трек, по-моему, слишком маленький куплет. Хороший трек, кстати, у Калуги Молодой, совместного трека больше. Сильный куплет, звезды молодой куплет в отдельности тоже. Спасибо, спасибо. Да, прям активность отличная. Спасибо большое, ребят, кто не скупится на Лукаса, да, когда ставите. Говорю я, который часто пропускает и не ставит. Да, лучше, чем было на альбоме. Неплохой спокойный трючок от Мэла, экологии бит больше для экологии, чем для Мэла. Ну вот, он тоже, да, не стал, короче, экспрессить, да, сильно. Поэтому ты сильнее нравишься, что Гога сделал без харизмы 15-летнего гангстера, не орал в микрофон, в итоге получилось лучше, чем на его альбоме. Все от бита зависит и от стиля. То есть он умеет и наорать, знаешь, когда это надо, когда это уместно. Здесь как будто чуть качества не хватило. Но в целом спасибо, Калуга раздал. Трек вызвал мне спорное чувство, вроде бы понравился, вроде нет. Не симпатировал творчество молодого, как и почти всего, больше не давался себе плейлист, почитался их скучным. Та же история, даже структура почти та же самая. Припев, куплет, треки больше на центре. Тем не менее, да, ничего, 8-8-7-7. Тихо, пиздец, прицел, Мэл, надо начать делать фиты поинтереснее, так как медийка самая большая их тусовки. Хочется развиваться, надо пытаться раз... Знаешь, я думаю, дело не в фитах, дело просто в повышении качества работ, в плане даже хотя бы звука. То есть, ну, чтобы это было слушабельно. Давайте не любим делиться. Спасибо. Прайм, что мы всего показали отличные парты. Здесь текст как Калуга, что-то там. Хороший симбиоз. Бля, дерзкий аватар, бро. Это хороший аватар. Спасибо за бит Калуги на высоте. Маловато куплета Бэби Мэлов. Припев не зашел, когда вся гидна на кого не звучит. Да, будем риса. Спасибо, бро. Спасибо. Понравился трючок, да? 60 баллов, вы считаете? Круто, эксперимент, но окей. Это трек своего рода эксперимент двух исполнителей у нас был. Просто их работа больше не делает. Вот каждый не даже. Спасибо. Спасибо. Да, других треков тут тоже достаточно много. Вот от ребят можете посмотреть, написать рецензии, если хотите, 24 года и ранее. Спасибо. Спасибо. А, у нас какой-то видос, да, еще вроде должен быть от них. Нет, никакого видоса у нас нет. Ждем продолжения банкета. Да.